Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимат. И вместе со мной Воротило. И мы продолжаем коп в Dead Space 3. В общем-то говоря, что у нас там дальше идет? У нас идет вот сейчас такая вот дверь. Мы собрали детали для оружия, которое называется зонд. Сейчас мы его должны собрать и проникнуть внутрь одной твари и ее оживить. Оживить, чтобы потом убить, наверное. Давай, умирай, смертный. Оу, меня убили. Нифига она атакует как больно. Это настоящий человек сейчас. Он взорвал бомбу. Нифига. Блин, бесит, когда перезаряжать оружие надо. Ой, смотри на меня. Что со мной? Блин, помоги, она мне. Убила тебя. Она тебе башку оторвала. Что она делает? Она откусила тебе голову и теперь... Ой. Ты превратился в это чудовище, только я что-то не понял. А почему экран-то не срабатывает? О, сработало только спустя полчаса, блин, сработало. Вот тварь напала. Она, короче, тебе откусила голову, и твоя голова просто торчала, как будто на веревках. Это жестоко. Я не успел подстрелить ее, извини. Так, здесь патроны, надо взять их. А где? Так, я иду. Ты там уже сражаешься, блин, с ними. А ну, сдохни, ты тварь, блин. Да, блин, чё, она и не думает умирать еще, блин. А, опять эти психи маленькие. Ой, сдохни, маленькая зараза. Которая откусила моему другу башку. Оторвала. Да, только твоя башка, она стала после этого не башкой человека, она башкой монстра стала, походу. Оу-оу-оу-оу. Это настоящий человек был, да? Да. За то, что убил меня. Так, лифты построили. Ага, снег еще, снег даже в лифте идет. А, нет, уже не идет. Так, здесь нельзя пройти. Закрыто. Как это закрыто-то, а? В смысле? Так, открывай. Уже закат. Это тварь, да, большая какая. Ой, не надо. Лучше не рискуй. Да, она мертвая. Ничего это не сделает с ней. Так, а их нельзя передвигать? Мы сейчас почти такую же размораживаем. И сейчас будем ее оживлять, так что надеяться не надо на что-то хорошее. Будем оживлять, чтобы потом ее грохнуть, да? Ну, мы сначала кое-что вы. О, робот. Выясним. А так, потом... надо сюда вентиль вставить. Кое-что выясним. О, я зонт собрал. А потом ее убьем. Да, мой робот нашел зонт. Назначьте оружие на левый оружейный слот. Нет, это мы с тобой собрали, а не робот. Вот даже не знаю, на что заменить, на гранатомет или на пулемет. Лучше на этот гранатомет. О, я так и сделал уже.
Там будет, там будут дети. Ладно, давайте-ка пульки сделаем. Надо, сейчас надо очень. Так, я сделал все, что можно очень было. Очень много патрон сейчас надо. Я все, что мог, сделал. Что у меня в инвентаре? Аптечка одна всего. Как печально. Ой, аптечек тоже возьми. Ого, что нифига там оружие, там? Блин. Такое нам не очень трать, нужно патроны. Оружие. Вот это оружие будет оживлять эту тварь. Она врагов-то, я надеюсь, будет убивать? Ну, вот, проверь. Да, будет. Причем довольно сильно. Настолько сильно, что они даже исчезают. Ой, на меня напала тварь мерзкая маленькая. В то время, как меня убили еще другие твари. А, нет, еще не убили меня. Она меня добьет сейчас. Да все, я умер уже. А нет, не умер, не умер я. Я жив, блин. Я думал, мне конец уже. Блин, надо реально взять аптечку. Блин, а вот у меня аптечка кончились. Так, еще один станок. А, это тот же, наверное, станок. Аптечек я много взял. А, все, я ничего больше сделать не могу. Все дни аптечек, ни пули, ничего. Сюда надо вентиль. Здесь какой-то проход. Но нам туда пока не нужно, судя по направлению. Так, вот это надо взять. В лифт? Что-то с ресурсами у нас плоховато. Ну, открывайся, дурацкий лифт. Но он уже поди примёс. Чё, разом несколькими патронами-то стреляет? Ой. Капец, какое мощное оружие. Оно всех убивает. Ой. Тебя убили, меня тоже, кстати, убили. Ну чё, экран долго так грузится, алё? Ну потому что я блюю. Блюёшь ты. Ты умер вообще-то? Ну, я блювал. А, я, меня тоже, кстати, убили. Меня эта тварь съела. Так, давай, лифт. Дурацкий, едь, блин. Как хорошо, что оружие сохраняется. Так, сейчас в танке срочно делай себе аптечки и патроны. Стой, давай не будем выходить. Так, я загашу вот этого большого. Вау, осторожнее. Да блин, что ты перезаряжаешься так долго, блин? И почему я бегать не могу? Вообще, как ты медленно ходил сейчас. Потому что эта штука в тебя наплювала. А. Тут еще они остались. На, ты скотина, блин, на. Ой, тварь, которая отделилась от башки. Тут робота можно оставить. Да блин, ну когда же она сдохнет-то, а? Тут робота оставить можно. Тут робота можно оставить? Ну, давай. Да. Так, ой. Эти гады все не думают умирать, блин. Так, вот здесь оставим. Господи, какие-то танчики ездят. Черепашки. Так, открывайся. Куда ты? Тут еще проход есть. А, это патроны собрать чисто не надо. Что-то у меня у самого плоховато со здоровьем. Так. Да, вот у меня нормально.
Делай аптечка-то патроны, у меня есть? Делай аптечки. Аптечка максимум. У меня одна всего. Как печально. Ну ладно. Может, я по пульке смогу сделать теперь или нет? Могу. Ну и все, больше я ничего не сделать не могу. Аптечку одну малую сделал. Я сейчас сколько аптечек понаделаю? У меня их очень много. Нет, туда не надо. У меня пока. Сейчас столько предметов. Тебе чего-то не хватает? Я сделал что уже все, надо? Что мог. Открывайся. У меня половина у меня половина инвентаря. Больше половины аптечки, чуть меньше половины патронов. У тебя аптечек много, да? Очень много. Поделиться можешь немного. У меня две всего. У меня всего две. У тебя две, а у меня 15. Ну, дай немножечко. Ну, а что ты говоришь, что у тебя все есть? О, вообще нормально, да все, хватит пока. А то тебе самому не хватит. Мудак. Ах ты тварь, гнида. Все, поехали. Чего ты тут стоишь, блин? Так, что делать-то надо? Эту штуку сейчас надо еще поднять. Я чувствую, что этот... Что вот этот мудак, который там стоял, он придаст, так сказать, мне потом. Иди с той стороны ее подними, с той сейчас. Стороны. Беги на ту сторону. Так, где тут проход? Далеко бежать, ну ладно. Хватит стоять, мадафака, ты чокнутый. Ну, сам бы что-нибудь поделал. Только мы тут бегаем. Не помогаешь вообще абсолютно ни с чем. Ё-моё, это что, глаза его, что ли? Так, крутим. Ну, крути, ты чё? О, пошёл процесс. Давай. Ну, крутись, ё-моё. Во, процесс пошёл. Пошел. А теперь нам надо туда залезть. И как мы это сделаем? Если мы даже прыгать не умеем. Ну, конечно, ничем он нам не поможет. Да, он, ему даже лень лифт продвинуть. Мадафака ты, блин. Не трать на этого дебила патроны, он даже патронов не... Да это я припугнул его немного, просто... Как у меня бесит, а. Придаст потом, наверное, как-нибудь. Ну чё, самое тяжелое осталось. Нам выжить там внутри. Ничего, это мы сделаем. Мы обязаны же пройти все это. А почему мы, кстати, не можем двигаться? А почему я двигаться-то не могу? Так, Сантос, как это должно работать? Используй сенсор оружия, чтобы найти нервный кластер. Ты услышишь сигнал. И что потом? Думаю, выстрелишь в зон. Я начну получать телеметрию, мы обнаружим местонахождение машины. Вот как это работает. Нам надо сейчас сигнал с тобой. Наконец-то можно двигаться. Вот, смотри, целься, просто целься. И слушай сигнал. Я попикивание слышу, как насчет? Вот надо, чтобы пикало. Вот видишь эти опухоли? Надо на какую-то навести, чтобы сильно пикало. Ты где? Я где-нибудь тут полазаю. Ищи, чтоб не туда зашли. Не. Ищи, чтоб прям. Судя по всему, нам не туда. Надо, чтобы она прям пикала. Очень много. Туда пойдем тогда. За тобой я пойду тогда. О! Вот это мерзость какая-то. Вот, надо, чтобы это возле этой мерзости пушка пикала. Ага, стрелять в нее, значит, пока нельзя. Не надо, а то еще это. Этих привлечешь. Я походу нашел. Да, вот я заблудился что-то. Как сюда пролезть-то?
Да блин, ну заходи ты, что ты застрял-то? Ты нашел? Так, слушай мою команду. Сзади, 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 сзади. Вон, видишь? Слушай мою команду. Еще одна сейчас тварь. Стреляем и бежим обратно в лифт, потому что тут сейчас будет очень много тварей. Стреляем в лифт? Стреляй. Стреляй, ты. Ой, в лифт, быстрей. Давай, я за тобой бегу. Готовься. Готовься. А. Да умирай ты уже наконец, а. Ой, они из других сторон тоже заходят. Да блин, ну задолбали уже. Про аптечку не забывай. Да у меня здоровье в норме пока. Да сдохни, ну ты наконец уже, а. Isaac, are you all right? О, все. No, the signal is just a trickle. I can't get a fix on any specific location. Так то, что мы выстрелили, это личинка какая-то, что ли, или что? Раз из нее твари вылазили. Нет, это не из нее, это просто они тут живут. Так. Еще одна личинка. Фу, мерзкая какая. Надеюсь, деда с бабой, моему кузену, такое не включит. А то они ему показывают мой канал, могут и что угодно включить. А где? Что-то я не могу найти. Ну фу, еще две мерзкие тут. По-моему, мы кругом вообще прошли. Да, и что-то не нашли. Труба какая-то, блин. А, аптечку. А, вот она. Я стреляю и бежим в лифт. Опять? В лифт. Is everything okay? Yeah. О, не прибежали. Look, I want to get out of here. Все, осталось последний раз. Стреляй, давай, я буду тут, я пока тут постою. Хорошо, я прибегу, ты стой там. Вот она. Ой, что ты устроил там? У меня галлюцинации. У тебя галлюцинации, у меня нет. У тебя были сейчас галлюцинации? Нет. А что ты видел сейчас? Я видел машину, которая заморозилась с планеты. Она очень страшная. Давай. А, я не видел. Нет, ты не подходи туда. Ну ладно. Как насчет того, что ты будешь стрелять слева, а я справа? Хорошо. Так я с правой стороны буду стрелять, ты с левой. А вот что-то справа-то нет. Помоги, сзади, да сзади, какого сзади. Фига? Оу, я. Оу, на меня насели. И на меня. Отвали, отвали. Она прокусила мне голову. А, она оторвала мне голову, все. Блин, эта тварь мне башку оторвала, наплевала в дырку от башки. Вырвала сердце, показала его башке и запихала и то, и другое в одну дырку. Теперь заново. Вырежешь этот момент? Обязательно. Ну а чё люди будут смотреть, что там? God, Santos, it's moving. Don't worry, it's quite dead. You sure about that? Мне надо еще раз, наверное, пострелять. Или... А, нет, не придется. Блин, они из центра, по-моему, еще влезают. Не только справа и слева, блин. Как они... Они как будто телепортируются, у меня такое ощущение, блин. Ой. Как они проникают. И оружие перезаряжаешь долго. Пока я оружие перезаряжал, она мне сейчас башку оторвет.
аптечку. Я не могу, надо оторваться сначала от этой твари. Она, все, она мне голову сейчас опять оторвет. Все, все, я умер, все, она голову опять оторвала мне. Точно будешь. Ой, блин, это жесть какая-то нафиг. Очень бесит, когда перезаряжается оружие, потому что это все время происходит в неподходящий момент. Чтобы ты так быстро не умирал, когда на тебя прыгает, надо просто аптечку использовать заранее. Да? Ну ладно. Я ж тебя там надавал. Они как будто телепортируются, мне кажется, прям здесь. Так неожиданно подходит. Да блин, ну ты опять оружие перезаряжаешь. Задолбал уже. Сдохни, ой, тварь, блин. Сдохни, ничего, тварь. Телепортирует. Сразу. А, они еще из боков подходят, из других. Опять оружие перезаряжаешь, достал уже. Все. Ага, теперь в другом месте надо стрелять. Ладно, ты стреляй, я туда сразу пойду. Хорошо. Ух, жестко как-то все. Я говорил, что сейчас будет тяжело. В натуре тяжело, действительно. А где твари-то? Я их тут не вижу. А, сейчас появится. Ты там галлюцинации, наверное, увидел сейчас? Пока нет. Вот сейчас увижу. Да блин, где они? А, ой, галлюцинации. Ты галлюцинацию сейчас увидел, наверное. У меня глюк с камерой все время происходит. У тебя галлюцинации происходят, у меня глюк с камерой. Потом посмотришь на видео, какой у меня глюк с камерой там был. У меня камера повернулась не туда, куда нужно. Блин, собака, ты чё мне напугал? За текстуры. Ой. Чупакабры здесь. Видать, надо в центр стрелять, потому что они из центра появляются. Да блин, ну опять перезаряжаешь оружие, когда на меня монстр опять напал. Перезарядка. Е-е-е-е-е, жми. Я стараюсь. Очень долго это все происходит. Ау. Аптечку сразу, аптечку. Ой, ну блин, ну че их так много, а? Это жесть какая-то. Нет. А нам что, все личинки так надо обстрелять и сражаться с ними, да? Нет, я уже отстрелялся. Все? Нет, это не все еще. Окей. That better be the last of them. Так, это был последний из них. Вытаскивайте нас оттуда. Yes, thank you. It will take me a moment to sift through the data. Fine. I'm gonna head back to the cage. Ты куда? Назад. Сейчас еще будут. Валим отсюда. Нортон. Нортон. Дебил. Дантос, we have a fix on the machine? Yes. There are thousands of signals, all concentrated far below the planet's surface. That has to be it. There's an entrance further up the mountain beneath a second dig site. Further up the mountains? They're sheer cliffs. Well, I saw some climbing gear stored below. Santos and I will start setting up at the base of the cliff. Norton, can you make... Это вот он специально это говорит. Нортон это? Ну. Мадафака. Я тебя люблю, но то, что он знает, что я ее люблю. Доверие, он, видать, специально хочет вызвать. Да. Мадафака. Он меня бесит.
Norton, open the cage. Клетку открывай. В смысле нет? Мадафака, а ну открывай клетку. Эй, ты куда? Спасать ее. Ах ты тварь! Вот мадафака, он заперти на что ли стоит? Дебил. Вот я же говорил, что он дебил, и ты говорил. Элли, can you hear me? Damn it. Jam my signal. Он еще и сигнал глушит. Да блин. А ну вернись и открой клетку, ты пизапщет. Да прекрати, это все равно ничего нам не даст. Я бы, наверное, бы взорвал бы эту клетку, если бы был бы лазер у меня какой-нибудь. Бот ждет на станке, ну блин. Ну, а как нам выйти, да? Этот мадафака бросил нас в западне в этой. Нортон, you motherfucker, little piece of shit. Как я по-английски умею фигачить. О, смотри, там какая-то ручка синим горит. Крутись, я промахиваюсь. Ты открыл? Открыл? Отлично. Ах, он тварь, надо его поймать. Дара. Сколько он меня бесит, а? Я так чувствую, что он нас предаст потом как-нибудь. Да он нас уже предал. Он нас, считай, уже предал, да? Ну тут еще не так сильно, но тут он не так жестоко повел еще, конечно. Но ничего хорошего я от него не жду. Ну все, больше ничего нам не надо. Скотина такая. Да ладно еще тебе, нам сейчас да о другом думать надо. Он сам ничего не делает, так еще и это. Ладно, нам надо о другом думать сейчас. Как оживить эту хрень? Да мы ее уже практически оживили. Практически. Ну, нам надо сейчас как можно дальше убежать, чтобы она нас не тронула. Ух, о, малая птичка, я должен ее взять. Да-да-да, я знаю, что он ждет у двери меня. Так, и что тут? Так, сохранение это хорошо. Еще один станок. Ой, это что? А? Это люди Даника. Ах, а вот и Нортон. А, его тоже поймали. Тварь. Ты даже не представляешь, как ты выручил меня. Ты. Эсхол. Нортон нас предал. Видишь? Он нас дал. You snitch, piece of shit! You fatso asshole! У нас гроза обелисков Айзе Кларка. Здесь у нас родная планета обелисков. Знаете, я почти не верил, что это место существует, но благодаря вашему другу Нортону я наконец-то его нашел. You sold us out, Нортон. Вот как они нас выслали. Все, что ему надо, это Айзек. Ты двуличный ублюдок. Только мы заговорили о том, что он нас предаст, и он так уже и сделал. Он нас еще и предал, он еще и нас издал бы врагам. Нам надо его прикончить будет, наверное, как-нибудь за это. Тебе не больно? Осталось избавиться лишь от одной проблемы, это вы. I just have one problem left to purge. All of you. No, you promised me a ship, Danik. We had a deal. Yes, I'm sorry about that. But I can't afford to leave even one of you left alive. Apologies for misleading you, Captain. Надеюсь, ты теперь жалеешь о том, что подставил нас, а? Блин.
Я считаю его шкуры. О, Максим, красава. Красава, Максим. Ну да, как в GTA-шке, кстати, получилось немного. В одном моменте. О, спасибо. Теперь от его людей стреляем. Это чё? Чё это такое? Чупакабра опять. Твою... это огромное. Это то, что мы сейчас разморозили, да? Походу. Мне это не нравится. Ну куда ты жмёшь-то? Испугался, что ли? А нет, тут просто было написано, что ты не в сети, ладно. Я в сети, я в сети. Ой-ой-ой! Мне эта штука не нравится. Думаешь, она мне не нравится? У нее 4 глаза, что ли? Или больше? Что-то она намного больше, чем я думал. Так, ой. Я умер. Ну ты уклоняйся. А что я должен был сделать? Это перекинуться, что ли? Так, ну-ка. Назад. Она намного больше, чем я думал. Оу. Попала почти по мне. О, мадафака. И что делать типа, с ней, блин? Мне кажется, она еще не будет уязвима. По оранжевой хрени стреляй. Сердце. Да блин, перезаряжаешь долго оружие. Оу. А, она еще и тварей спаунит. Разных. Ой, это что за красная личинка была? Стреляй в опухоли. Я стараюсь. Я тут упал, короче. А, это личинки красные, из которых твари вылупляются. Наверное, это главный тварь. Вау, господи, как я сейчас не попал под руку. Аптечку используй хотя бы одну. Аптечка о, есть? Фу, опять эти личинки, а ну... Блин, вот когда надо в сердце стрелять, оно перезаряжается. Ой, у меня здоровье там. Я тебе дал. Да ё-моё, ну что ты? Куда ты жмёшь-то? Не-не-не-не. Сюда я. Ой, господи, сколько личинок-то этих красных. Да блин, чё оно так с оружием-то долго, блин? Чё-то мне это оружие бесит, оно... Я вообще это оружие выкину. Оно нормальное. Ой. Вольно было. Я тебе аптечек. Да, я увидел уже, да, спасибо. Ой, а опять личинки. Так, личинки. Я твари буду отстреливать. Сердце надо стрелять. Это оружие. Да, блин. Наносит не так много урона, как то, что я решил использовать. Так, личинку я... Уклоняйся. О, больно. Сердце, сердце. Но опять, вот когда надо выстрелить, вот когда надо выстрелить сердце, он перезаряжает оружие. Ну как же это так-то, а? Куда стрелять-то? Не знаю. В красные опухоли. В красные качества, да? Наверное. Ой, он меня съел. Она проглотила тебя, ну. Но хотя бы не разжевала. А меня, наверное, тоже проглотила. Фу, это чё? Я у нее? Ты в кишках застрял. Она тебя засосать пытается съесть. Ай. В кислоте. Фу. Это неприятно. А меня-то засосал или нет? Или я там снаружи остался? Я не знаю. Фу. Ты в жиже в какой-то плаваешь. А, меня тоже засосало вовнутрь. Давай. Желтые опухоли. От этих уклоняйся. О, мы кого-то в космосе. А, это желудочный сок. Нет,
Как будто мы в космосе, мы под водой как будто. Такие это желудочный прям. Ток, который переваривает все. Мы в желудке. Ну да, мы в буквальном смысле это в желудке. Ну давай. Вот Нортон привел нас прям в ловушку, а ты его еще и защитил от этого Даника, да? Ну да. Надо его точно пристрелить. В GTA-шке всех предателей убивают. И в Red Dead Redemption тоже, а здесь нет. Что? Блин, как меня это оружие уже задолбало, а? Тебя не стреляет тогда, когда нужно. Уклоняйся. Да, я стараюсь. Эти штуки иногда не видно. Что-то тут с графикой проблемы, мне кажется. Или это листик какой-то плавающий? Это просто здесь. Желудок, потому что. Ой, меня в попу засасывает. Крепкий орешек. Ой, сейчас через попу выйдем, как какашки. Да, она тобой посрет сейчас. Посрала. А мы мной... ей больно сделали. Ах ты, солды сяут, блин. Как у меня без отли его. Ты нас продал, Нортон. Ты прикончи этого предателя. Я его прикончил. Молодец. Что он меня выбесил, тварь такая. Вот срань, что за фигня. Что я скажу Элли? Как скажешь, как есть. Давай уже, наконец, погнали. Да блин, что за текстуры плавающие? Смотри. Козёл, это тебе за нас. За нас всех, блин. Да все, хватит. У него ни конечности, ни головы больше нет. Он этого заслужил. Это ему за нас, за всех. О, 13 глава, отлично. Ладно, короче, давайте тогда на этом закончим. Подожди, давай еще там дойдем доверху. Это еще недолго и закончим. Ну давай. Там ты же еще кое-что обрежешь. Так. С личинками. Так, ой, давай что-нибудь сделаем. Скотина, да? Ну, я так и знал, что он предаст нас. Хотя, что тут думать, раз он... с самого начала такой... Очень хорошо, что мы его сейчас вот в конце разорвали, да, на части. А то потом бы это еще... Надо было, наверное... А, нет, у меня же нету гранат. Я бы и в него бы еще гранату кинул, его бы, наверное, бы на кишки разорвало. Айзек. Where's Robert? Is he? Я убил его. Роберт. Роберт Нортон. Прости, у меня не было выбора. Роберт предал нас. Он нас чуть не прикончил. Не было другого выхода. Нам пришлось это сделать. Никто никого не бросает. В смысле, или чудовище? Он бы нас бы убил бы всех тогда. Всем вместе. Да. Если бы
мы бы его не прикончили, нас бы обоих не было. Че? Куда побежал? Че вы так распаниковались-то все, блин? А, в ту сторону надо бежать. Нам надо наверх. Поднимемся. Наверх, ладно. Че вы распаниковались-то так? Он бы нас бы всех убил, если бы... А, с той стороны надо встать. Ну ладно, сейчас. Ну давай, подключайся. Во, погнали. Вау, классно. Ой, уклоняйся. Вау. О, спасибо, ты защитил меня сейчас. О, нифига я тебя вовремя, да? Спас. Да, спасибо большое. Я... Если бы не ты, она меня сейчас точно бы завалила. Она бы меня 100% бы сейчас завалила, потому что я не разобрался, как уворачиваться от них еще тогда. Вот сейчас разобрался. Да блин, ну виси ты нормально. А, давай уже зарезай быстрее. Смотри, сколько у меня здоровья. Сколько? Мало? Вообще нет почти. Ну да. С аптечка-то у тебя есть хотя бы? Есть. Ну ладно, ребята. Ну так используй вот ее прямо сейчас у меня на глазах. Сейчас. Я хочу посмотреть, как... О! Ну что, ребята, на этом мы с вами закончим. Да, как хорошо, что этот Нортон. Очень интересная серия. Мы побывали внутри твари два раза. Она нас выкакала. Мы побывали у нее в желудке. Мы убили эту тварь еще и по скалам собирались. Как хорошо, что мы при... Нортон этот больше не будет беспокоить нас. Да. Так что ладно, заканчиваем эту серию здесь. Да, с вас лайкос, подписос и с нас эпичные видосы. Подписывайтесь на мой канал, на канал Лёхи, на мой запасной канал, на группу ВКонтакте. И всем пока.